Такой вопрос можно не отвечать. Как воюют из Мамаев, как сейчас, как он себя чувствует? Сейчас все нормально. Ребята воюют, в качестве инструкторов участвуют, то есть приходят на помощь любому батальону, любым кадровым военным, то есть всем украинским частям, кто нуждается, кто хочет, допустим, услышать их инструктаж, кто хочет выйти с ними вместе на выход. Вот недавно тоже я выкладывала в Фейсбуке информацию о двух успешно проведенных операциях. Одна в новогоднюю ночь, когда враги наши были расслаблены и не ждали этого удара. То есть это было в Луганской области. И потом тоже уже ближе к середине января тоже был успешный выход. Это все, естественно, координируется и проводится совместно с различными украинскими частями. То есть вот такая вот ситуация.